нормальный, как мужик, нормальный был. Я не знаю, чего плохого не могу сказать. На работе всегда пропадал? Ну, конечно, конечно. Мы практически не видели. С женой чаще встречались, чем с ним. Раньше же даже охрана была, когда Пивошков-то был, тогда и охрана была. То есть проходного не было двора. А Петр Фонтанович, я знаю об этом. Может быть, один из первых я узнал.